Здравствуйте! Здравствуйте и процветайте, дорогие человеки Земли! В Англии есть очень интересная легенда. Она гласит о том, что Иосиф и Мария, направляясь в Египет, были ограблены ворами. И вот когда воры, забрав у них мешочек с монетами, открыли этот мешочек, а из него посыпались цветы бархатцы. И до сих пор эти цветы называют в Великобритании Мэри Голд, в память о Деве Марии, золото Марии. Очень красивые разноцветные бархатцы выращивают буквально у каждого дома в Индии. Несколько лет назад мне довелось побывать как раз в конце февраля в Индии, и я увидела настолько красивый праздник, посвященный Богу Кришне. Это именно бархатцами были украшены все храмы. Здесь же возле храмов продавалась масса мешками. Вот эти цветочки, вот эти уникальные, разноцветные, очень красивые бархатцы. Здесь буквально этими цветами украшают все, и храмы, и обязательно украшают свадебные кортежи. Когда жених ехал на свадьбу к своей невесте, то очень красивые белые лошади были украшены вот такими бархатцами красненькими. Ну а сам свадебный кортеж вот такими оранжевыми, желтыми, очень красивыми разноцветными бархатцами. Но особо бархатцы используются в праздники. Праздники женщины, дети одевают ожерелье. Вот у меня несколько снимков, сейчас покажу, как это выглядит в Индии. Как и в далекой Индии, почти у каждого дома, в деревнях, в селах, да и в городских поселениях, кто имеет хоть маленький участочек, высаживаются вот эти прекрасные цветы. На Украине называют их чернобревці. И с этим именем, с этими цветами связаны всегда воспоминания о своем родном доме, о своих предках, бабушках, мамах, о дедушках. Но особо это касается воспоминаний матери, ее рук. Хотя вот эти цветы совсем-совсем не с наших краев. А цветы эти из далекой Америки. Там они растут на севере и на юге Америки. И там же они есть разные вот эти в природе. А сейчас селекционеры создали массу новых цветов. Но вот те цветы, которые новые, гибридные, они не обладают такими свойствами, какими обладают вот эти обычные цветочки, обычные бархатцы. Ну, а по-научному патагетис называется. Бархатцы очень красиво, но я их выращиваю не только как ценные сырье, как ценные элементы для чая. Очень полезно именно вот такие цветочки, которые только раскрываются. Вот, допустим, вот три цветочка раскрывшихся, их лепесточки заварить чай. И этой чашки на целый день достаточно для того, чтобы чувствовать себя бодро, для того, чтобы все перегрузки спокойно переносить. Очень ценны эти цветочки своими ценными вот такими элементами, веществами. Здесь много эфирных масел, каротеноидов, ацетамена, каротина. Кстати, каротина больше в цветочке. В одном цветочке бархатцы вот таких красных больше каротина, чем в одной морковке. Так что можно задуматься и обязательно использовать эти цветочки для того, чтобы заваривать чаи каждый день. Очень важные ценные вещества содержат цветочки также сабинен, апинен, различные пигменты, алкалоиды, лимоноцен, мирцен, цираль
янтарное масло, аскорбиновую кислоту, лютеин, а лютеин очень хорошее вещество для улучшения зрения, флавоноиды. Очень красивые, ароматные вот эти цветочки, и они вот столько имеют такую важную ценность. И многие использовали и используют их для того, чтобы эти цветы сняли нервное перенапряжение. Просто-напросто заваривают и пьют в течение дня между приемами пищи. Вот достаточно на день одного вот таких три цветочка, вот только раскрывающиеся, собрать именно лепесточки из этих цветов и заваривать чай. И именно эти вот лепесточки в чае или просто даже свежие. Мне иногда нравится просто взять вот эти лепесточки трех цветков и съесть. Они вырабатывают гормон счастья и снимают нервное напряжение. Физические нагрузки снимают, а также активируют работу головного мозга и даже позволяют легче справляться с сильными умственными нагрузками. О том, что это ценно для человека, я думаю, эти цветы ценны для человека, думаю, вот знают многие. А я вот еще их выращиваю не только для того, чтобы использовать тачио, а вот такую вещь я нашла, очень важная, ценная, именно научное исследование, химический состав сушеных лепестков бархатцев. Кроме витаминов ПП, В9, В6, В2, В1, витамина С, витамина А, здесь микро- и макроэлементы. И какое количество? Особо я бы обратила внимание вот на нижнюю часть. Калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, марганец, медь, селен, цинк. Но самое большое количество калия. И я использую эти цветы именно для того, чтобы цветочки, лепесточки используются для чая. Можно высушить и использовать и для маринада. Моя бабушка, кстати, использовала для засолки огурцов и томатов в кадушке. Она обязательно горсть нарывала этих именно красненьких этих цветочков. Вот, и пересыпала овощи. И такой очень вкусный нежный аромат получался. Вот. Я же использую после того, когда собираю вот эти цветы, вот эти части, потому что не только в цветах находятся все нужные микро-макроэлементы для наших растений, а еще находятся они в листьях, в стволиках. Поэтому вот эти части, кроме цветов, будут использованы для того, для сидерации, для как сидераты. Они будут измельчены и занесены в почву для того, чтобы обогатить землю микро- и макроэлементами, необходимыми для растений. Ну, естественно, как сидерат, вот, будут улучшать структуру почвы. Вот для этого тоже использую. И, конечно, самые лучшие, самые красивые будут собраны для семян, потому что на следующий год обязательно их буду сеять. Вот я заметила такую тенденцию, что именно бархатцы и рядышком растения, которые растут с ними, здесь нет клопов-черепашек, нету других вредителей. Это очень хорошая тенденция, и нужно ее использовать, эту особенность. И, естественно, мы высаживаем в огороде по картофелю, где у нас растут разные смешанные культуры, бахча и другие лук, растения другие. Поэтому вот это растение очень важно для нас, для нашей семьи и для нашей земли. Мы его используем для того, чтобы было и красиво, и полезно для тела, и полезно для земли, и полезно для растений. Вот такая очень важная тема сегодня звучала на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород и цветы». Ну, а я прощаюсь с вами. До нового видео, до новой встречи. С новым интересным, с новым неизведанным, хотя оно рядышком с нами, мы многое чего еще не знаем или просто забыли и не используем. А вот это все очень важно и очень интересно. Удачи вам, здоровья, мира и добра! Если у вашего дома есть такие цветы, то вы обладатели гормона счастья, который вы получите благодаря использованию
вот таким очень красивым, вкусным цветочком, цветочком бархатцев.